нашли возможность приехать, увидеться со своими братьями и сестрами Гипсовыми. Крепка наша и дружна Гипсовая семья. Спасибо вам. В следующий раз увидимся, скорее всего, в Минске, на прекрасной белорусской земле, на открытии нового завода, который построит Юрий Алексеевич Гончаров. Ему и слово. Друзья, но мы договариваемся, мы будем проводить следующую конференцию. Есть просто несколько предложений, опять мы будем с вами советоваться. Но есть предложение в Санкт-Петербурге провести, тоже великолепный город. Либо в Минске. Криками давайте проголосуем, криками. Ну хорошо, значит, как скажешь, так и будет. Значит, мы идем в Минске. Значит, что хотел сказать в заключение. Мы действительно старались, поверьте, что наш такой творческий коллектив, не только Гончаров с Гурьяновым все это делает. Я хотел бы вот наших девушек пригласить, да, и поблагодарить, если вы позволите, Юлю Панова, Наталью Танких. Вот. Вот, конечно же, то, что касается организации, это вот благодаря им. А Юля пошла кофе делать кому-то. Ну хорошо, да. Значит, благодаря вот нашим женщинам, обычно выезжают на женщин, правильно? Нам же что такое? Петь, плясать, гулять. А женщины, они работают. Вот мы тоже с Александром Семеновичем хорошо устроились. Мы очень рады, мы искренне рады за то, что у нас с вами такая дружная, хорошая команда. Erişim Ağaç'ın Rusya coğrafyasında Volma'ya yapmış olduğu 3. fabrika çok ahenkli ve düzenli çalışmaktadır. Şirketin kurucu ortaklarından Gonçalo Bey ve gezdikleri bütün konuklar çok mutlu olmuşlardır. Bu tesisin Rusya'ya, Volma'ya, Türkiye'ye ve Erişim'e hayırlı olmasını diliyoruz. Просыпаемся и уверен абсолютно, что все, что мы с вами делаем, это все во благо и нам, нашим близким, семьям.